Всем привет. Меня зовут Влад Никитин, и это моя история про мотокросс. Заниматься я начал в возрасте 5 лет. Папа мой купил сначала себе мотоцикл и начал сам заниматься любительски. И никогда даже и не думал он, что что-то из этого выйдет профессиональное. И я, в общем-то, как 5-летний ребенок увидел, сразу же захотел себе мотоцикл и попросил у него, в общем, купи мне, пап, мотоцикл. Он, можно сказать, почти сразу его мне купил, и я начал кататься. В общем-то, не мог остановиться никак. Меня это затянуло, и в 2006 году меня увидела команда. Мы решили попробовать выступить на детском чемпионате мира. Вот. У меня, в общем-то, в своей возрастной категории неплохо получилось. Я занял 2-е место. И с этого момента я уже понял то, что назад дороги нету, только вперед. И начал профессионально подходить к этому вопросу. Потом, через несколько лет, я занимался, и в 2009 и 2010 году уже в более высокой возрастной группе стал чемпионом России. Меня увидели уже другие команды. Я попал в московскую команду. Там был очень хороший тренер Станислав Высоцкас. Мы до сих пор с ним общаемся, как друзья, и он мне вот в те годы именно очень много помог и дал, и, можно сказать, благодаря ему я вышел на вот этот уровень, на котором я есть. В 2013 году я начал заниматься у Сергея Гарина в Германии. Это очень известный человек в мотокроссе. Он выступал на чемпионатах мира, России, и очень много достижений у него. И я вот решил то, что это будет большой шаг, если я попаду к нему и начну заниматься в Европе, выступать на чемпионатах более сильных, чем Россия. И, в общем-то, так оно и было. Это на самом деле было очень нелегко, потому что жил я там, занимался там, пришлось учить язык и заниматься, грубо говоря, вставать с утра, полностью отдаваться мотокроссу, приходить вечером, и ни на что другое просто не было сил никаких. Из успехов я проехал 3 этапа очень сильного чемпионата Германии АДАЦ. Лучшее место у меня было 11-е. На самом деле это неплохо, так как на первой гонке я даже не попал в квалификацию. Вот спустя полгода в квалификацию я начал проходить и уже был ближе к десятке. А в то время как я в Германии занимал 11-е место на чемпионате России, я получался на молодежном первенстве 2-м в 2013 году, а на личном первенстве занимал 4-е место. Из травм у меня, на самом деле, слава богу, не так их много было. Я в классе 65, в маленьком возрасте еще сломал ногу, попытавшись прыгнуть прыжок. У меня это не вышло, я упал и отделался переломом ноги. А потом на тренировке сломал руку. В общем-то, тоже ничего серьезного, обычный перелом. И вот как раз в 2010 году, когда я стал чемпионом России на квалификации на этом же чемпионате, выиграв досрочно его, я зачем-то хотел кого-то удивить, поставить на квалификации лучшее время. Хотя, в принципе, и так все было нормально. Я на ушах полетел на прыжок и чуть-чуть не справился с управлением мотоцикла. И на самом вылете меня выбило. И я очень сильно упал. У меня был вывих плеча, полный разрыв суставной сумки, перелом плеча и откололся кусочек кости от лопатки. И вот эта травма у меня очень долго залечилась. Я не занимался где-то полгода вообще ничем. Просто ходил и не разрабатывал руку. Вот спустя полгода я начал хоть как-то разрабатывать руку. И спустя год сел на мотоцикл. Мотокросс — это очень тяжелый вид спорта на самом деле. Не только в плане физических нагрузок, а в плане и психологических. Когда ты выходишь на старт, все зависит только от тебя. Только ты можешь победить, проиграть, упасть, можешь получить травму, можешь сломаться мотоцикл. Это зависит от тебя, то, как ты подходишь к этому вопросу, как ты подготавливаешься, как ты подготавливаешь технику, как ты находишь какие-то команды, общаешься с людьми. Это все зависит только от тебя, и ты должен отдаваться этому делу на 100%. Ты должен утром вставать, думать о мотокроссе, приходить на тренировки, думать только о мотокроссе, выезжать на старт, думать только о мотокроссе. Все должно быть у тебя в голове на 100%. Если ты этим живешь, то у тебя обязательно все получится. Сейчас, в 2015 году, мне очень повезло. Меня заметили в Санкт-Петербурге.
команда O2 Team. Сейчас я представляю их цвета. В общем-то, очень комфортно с ними взаимодействовать. Мне нравится, им нравится. В этом году мы выиграли чемпионат Северо-Западного федерального округа. На чемпионате России я выступил не очень хорошо. Надеемся на следующий год. Сейчас будет вот межсезонье. Будем работать. Работать над ошибками, исправляться. План на следующий сезон. Выступить на некоторых этапах чемпионата Европы. Проехать полностью чемпионат России, чемпионат Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербурга. На мир ехать пока рано. Начнем с чемпионата Европы. Будем выигрывать. Отдельное спасибо хочу сказать O2 Team, Arena Power Russia, KTM Russia. Только они мне помогли добиться успехов в 2015 сезоне. И огромное спасибо ребятам из ДБСС за данное видео.